Всем привет, это Мэтт Локотт Ченнел, вы смотрите 43-ю серию прохождения игрушки The Legend of Zelda 2 Sprinters HD. И в этой серии мы пойдем в так называемую пещеру теней. В общем, это локация, типа испытаний, которую можно открыть только при помощи амиибо, так называемого. То есть такая фигурка, которая куда-то там прикладывается к консоли, и, короче, мы туда попадаем. Вот, у меня здесь все попроще, потому что я играю на эмуляторе. Вам, конечно, не видно, но, в общем, сейчас я здесь в эмулятор загружаю, получается, эту самую фигурку. Вот, давайте сохранимся и начнем. Где-нибудь здесь вот на первой этой штучке. Вот, ну и, короче, давайте пойдем. В общем, выглядит эта пещера теней так же, как пещера испытаний. То есть у нас здесь подряд несколько, получается, арен, где мы должны сражаться. Ты, стремящийся проверить свои силы, пройди испытание этой пещеры в облике зверя. Вот, то есть здесь можно только в виде волка перемещаться. То есть если я даже попытаюсь стать человеком, вот, значит, мне скажут: этот странный голос сказал, что тебе нужно пройти пещеру теней в обличье волка, не так ли? Ну, тебе стоит еще немножко выйти в волчью шкуре. В общем, не будет она нас это превращать. И, в общем, вот так вот. Так, ну, давайте тогда спустимся сначала. Оп. Так, ага. Отлично, удалось их победить. И, короче, эта пещера состоит, получается, из 40 комнат. То есть 40 комнат. Причем на 5-й комнате и на 20-й есть чекпоинты, грубо говоря. И если вот сейчас я пройду до 5-й, получается... Оп. Так. Так, здесь, наверное, лучше по 2 их уничтожать. То есть я двоих я здесь прихлопнул, и давайте вот еще раз. Так, вот. То есть если пройти до 5-й комнаты или до 20-й, там не то чтобы чекпоинт, там нужно будет как бы выйти из пещеры подземелья и, короче, начать заново. То есть как бы по сути ее нужно 3 раза проходить. Вот, ну сейчас как бы мы проходим первый раз, здесь в принципе... Первые 5 комнат — это вообще фигня. Как бы первые 20 тоже в некотором смысле фигня, там пройти их не представляет никакой проблемы. А вот последние 20, там уже жесть начинается, там сложно. И я вот как бы пока на текущий момент, когда играю, я где-то до 37 комнаты только доходил. И сейчас вот, видимо, я буду просто записывать и, короче, подряд мои прохождения до тех пор, пока у меня не получится это все пройти. Вот, ну ладно, пока мы, в принципе, без урона идем, но это ничего не значит, потому что здесь на 5-й комнате все закончится. Так, здесь вот уже мышки летают, не знаю, здесь что, мышки и кошки. Так, если что, здесь как бы они, не все комнаты будут эти призрачные существа, так что... Так, что, уже закончились, что ли? И, кстати, еще можно включать этот... Ага, и здесь рыть время от времени. Так, ну, господи. Так. Давай, рой. В принципе, здесь довольно часто можно деньги найти, но они никому нафиг не нужны. Здесь главное, что иногда можно сердечки находить. Так, вот это вот, по-моему, вообще адская комната. Ай! Так. Так, ладно, двоих обезвредил. Еще двое. Отлично, все. Теперь от самых этих противных я избавился. Полсердца урона получил. Так. Че, все, закончились? Все. Возвращайся в это место, если захочешь испытать себя еще раз. То есть вот мне, короче, голос где-то там сверху говорит, что вот мы дошли до 5-й комнаты. И, короче, чтобы пройти дальше, тебе нужно заново пройти эту комнату, типа. Так, зато здесь есть 20 рупий. И еще вот здесь по центру можно сердце найти. Вот, ну хотя, как бы, на самом деле здесь не важно. Если я выйду, там опять зайду, мне полное здоровье сделают просто, и все. Да, давайте выйдем отсюда, потому что больше нечего особо здесь делать. И, короче, сейчас опять пройдем то же самое. Так, рекорд пещеры теней. Новый рекорд. Ух ты. Здесь что-то еще считается непонятное. Так, давайте попробуем что-нибудь. Так, так, так. Я не знаю. Так, сейчас, секунду.
Мне прямо как бы стало это интересно, что мне на этом, как бы, на Wii U там еще есть на контроллере экранчик, я так понимаю. Так, если я здесь нажму «да», то что? Что он мне напишет? Так, ладно, я не понял, что мне написало. Так, да, стала доступна новая часть «Пещеры теней», давайте я просто ее попытаюсь запустить. Вот так вот. Пещера теней. Да, сохраниться и начать. Давайте здесь опять сохранимся, да. Все отлично. И сейчас, короче, опять заново надо будет все пройти. Первые 5 комнат, потом следующие 20. Да-да-да. И погнали. Так. Они меня успели ударить. Так. Так, давайте я тогда от одного избавлюсь. Все-таки. Так, один готов, и теперь эти двое. Все. Ну, сердце потратили. Ну, в принципе, это не так страшно. А главное, при третьем заходе немного сердец потратить. Кошка, кошка, вот лезешь. Сядись, успокойся, все. Так, ладно, идем дальше. Так, здесь, как я уже говорил, лучше только двоих сначала это сагрить. Ой, господи, ой. Так, два готовы. И еще двое. Все, отлично. Мы идем дальше. Так, так, здесь, по-моему, ничего такого страшного. Здесь только вот эти вот ползают. И не только ползают, еще здесь вылезают из-под земли. Зомби вылезают из-под земли. Так. Так. Так, и еще один цветошек обугленный. Так. Мы идем дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, что здесь? А, здесь, по-моему, просто плюс птички. Летучие мышки, или как их там. Так. И вон там еще один. Иди сюда. Отлично. Все, пустите меня дальше. Так, а вот здесь вот уже что-то уже страшное будет происходить. Так, я здесь, по-моему, не... Да-да-да. Мне нужно было только двоих зацепить. Так. Так. Убегаем от них нафиг. Так. Вот, давайте вас... Так, ну ладно, одного зацепил, тоже хорошо. Теперь только тоже одного зацепить. Отлично. И теперь вы двое. Блин, все-таки они меня... Да блин. Все, ух. Ну ладно. На самом деле здесь такое развитие событий пока что не страшно. Но все равно мы здесь потеряли больше, чем хотелось бы. Как бы при третьем прохождении такого допускать нельзя. Так, здесь у нас еще, здесь у нас какие-то деньги лежат. Ну давай, пусти меня. Угу. Так, и мы переходим, получается, к шестой комнате. Так. Да, здесь как будто что-то новое. Как будто. Так, и там у нас эти гоблины. В принципе, здесь как их проходить? Мы просто зажимаем кнопку прицела и прыгаем. Все, и как бы в процессе этих прыжков мы более-менее неуязвимы. И как бы получить урон сложно. Вот, но возможно. Короче, я могу. Могу, умею, практикую. И, короче, вы, наверное, скоро увидите, что здесь довольно часто я буду непонятный урон где-то получать, который можно было не получать совершенно. Вот, вот так вот. Так, здесь у нас что? А здесь, по-моему, просто это летучие мыши. Так. Так.
Так. Так, что, все что ли? Да, все. Так, нет, здесь, по-моему, не должно быть сердечек. Обычно сердечки, они получаются в конечных комнатах. Вот в этой комнате, кстати, есть сердечко закопанное. Так, пока хорошо идем. Так, и... Ага, отлично, все. Есть у нас сердечко. Так, вот даже я уж почти установил свое бездарно потраченное здоровье. Так, и есть у нас что? Здесь у нас... Так, о, вот это противная комната. Здесь, короче, эти 4 шлемозавра. И, короче, они же резкие, как понос. Поэтому сейчас нужно как-то правильно к ним подход найти. Вот, давай, вот. Один готов. Так, кто-нибудь на меня бежит, нет? Пока нет, пока нет. Так, сейчас надо хотя бы одного согреть аккуратно. Вот, и... Так, второй готов. Третий, иди сюда, давай, давай. Ага. Отлично, молодец. И, наконец, последний. Последний шлемозавр, он трудный самый. Блин, получил таки ненужный урон. Ну ладно. Пока не критично, пока не критично. Так, здесь у нас улитки, которые на потолке торчат. Так, мы их перепрыгиваем. И сейчас, короче, они, по сути, наносят урон, только когда вот таким вот образом, короче, волну типа делают. Поэтому хорошая тактика подождать, пока они ее сделают. Вот, теперь вроде обе сделали, и только потом нападать. А то они начнут делать волну прямо это, когда на них прыгаешь, и можно получить урон. Так, одна готова. Так, и обе остальные тоже готовы, отлично. Все. Так, давайте пускайте меня дальше. Так, здесь у нас... О, здесь у нас прыгающие штуки. Здесь, короче, тоже зажимаем прицел и тоже прыгаем. А, урон здесь тоже получить сложно, но возможно, я получал. Поэтому просто вот так вот не останавливаясь, прыгаем. Потому что здесь все-таки есть вероятность, что они сверху напрыгнут, и тогда они урон наносят. Так, что, он еще один. Так, так, ну, давай, давай. А, отлично, все, готов. Идем дальше. Это уж какая комната, я уже немножко со счета сбился. О, вот это вот это самая противная комната, которая здесь только есть. Одна из самых противных, это когда здесь есть лучники, которые пуляются стрелами горящими. Так. И где можно вообще, как от нефиг делать, урон этот получить. Так, вот я уже сердце словил урона. Так. Так. Так, все, отлично, ух. Ну, зато здесь есть сердечко, которое можно выкопать и, короче, себе поправить здоровье. Вот. Но, конечно, желательно еще более аккуратно эту комнату проходить, чтобы вообще урон не получать. Так, а здесь у нас геккончики. И, ух ты ж какой-то, зашевелился. Так, один готов. Так, что-то у меня это с шейдером, что ли, глюки. Здесь у меня обычно вот эти вот столбы, короче, они не черные. Так, это, видимо, что-то у меня этот эмулятор подглючивает немножко. Ну ладно. Какие уж есть. Так, здесь, по-моему, можно что-то откопать. Так, хорошо, тем временем мы идем дальше. Что здесь у нас? Так. А, здесь, короче, будет сейчас это, варенье с потолка капать. И здесь мы тоже просто зажимаем прицел и прыгаем. И давим это варенье. Конечно, интересное занятие. И, к сожалению, мы его съесть не можем, потому что мы не можем из волка в линка превращаться. То есть, как бы, волки варенье не едят. Это зашквар для них. Ой, ну вот.
получил урон в комнате, на которой урон получать не надо. Так. Так. Так, чё? Жалко его давить, конечно, но больше нечего делать здесь. Придется таким образом проходить. Сейчас оно, короче, впитается в землю и нас пустит дальше. Давай. Угу. Так, здесь что? Я уже не помню, что здесь. А, здесь эти крыски, которые урон-то не наносят, они просто это пакостят немножко. Поэтому нужно просто их убивать и все. Так. Че, где еще? Я и слышу вас. Вот. Все, и вроде все. Окей, идем дальше. Так. А вот это, короче, комната, которую, короче, сейчас надо будет долго и муторно вычищать, и на которой тоже урон получать не надо, но как бы можно из-за долгой муторности его случайно получить. Так. 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 Окей. И... Так, окей. Среднюю платформу мы расчистили. Теперь эта платформа. Так. Угу. И. Отлично. Так. Ого. Так. Так, отлично. Это тоже расчищено. И теперь осталось... А, вот здесь немножко пройтись. Уже почти все отлично, даже не получилось без урона. Так, здесь, по-моему, даже можно немножко денег откопать, которые никому не нужны. Так, что у нас в этой комнате? А, здесь, по-моему, эти будут. Чуваки из-под земли лезть. Так, ну и можно еще, кстати, их вот так вот тоже побить. Только, по-моему, они мне урон нанесли. Ну ладно. Ладно. Я еще припомню, я еще здесь буду через некоторое время. Так, это что у нас? О, здесь, короче, эти два орущих в ночи. И, по-моему, здесь еще скоробеи находятся. Да, скоробеи, они просто нас немножко замедляют, но, короче, ничего страшного. Так. И, короче, это не самая сложная комната. Так. Такие. Во. Возвращайся в это место, если захочешь испытать себя еще раз. Ага, то есть я дошел до 20-й комнаты. Давайте. Причем в этой 20-й комнате опять можно в земле раскопать сердечко. Еще здесь есть сундук, который совершенно бесполезен. У нас есть 50 рупий. И мы можем вернуться назад. Давайте, сделаем. Так. Угу, рекорд. Так, давайте я нажму нет. Так, да, давайте я хочу вернуться, не сохранившись. То есть, возможно, потому что я на эмуляторе играю, у меня, короче, не все, короче, варианты там сохранения работают. Еще вроде бы где-то я читал, что если вот эту вот самую амиибу еще внутри пещеры использовать, то можно снизить здоровье. Вот, но, к сожалению, у меня это чуть не работает. Поэтому очень жаль. Придется, короче, проходить как есть. Так, давайте я сохраню и начну. Так. Все.
Ну, в общем, если что, с этого момента, возможно, будет врезка, если вдруг я, получается, не смогу пройти с первого раза, и как бы как только получится пройти, сразу же это как бы врезка и будет. Вот. Так, еще одна попытка пройти. Так. Так, интересное, интересное начало. В общем, одного я обезвредил. Осталось еще двое. Спокойнее, товарищи. Спокойнее, спокойнее. Спокойствие, только спокойствие. Так. Так. Раз и... Отлично. Эта комната пройдена. Мы идем в следующую. Там у нас уже 4 чувака ждут. Так. То есть мы сначала на двоих вот так вот. Ага. И потом еще на двоих. Ух ты, оказывается, можно. Главное зацепить их кругом, потом можно отойти и другого ловить. То есть это интересно. Интересный момент. Окей. Так, дальше. Комната. Здесь, в принципе, ничего такого сильно сложного нету. Где столько много противных чуваков. Так. И много цветочков. Черных. Обуглившихся. Так, хорошо. Еще кто? Нет, больше никто нету. Так, выход где? Вот выход. Так, окей, дальше у нас только 10 добавляются летающие пакости. Остальное все хорошо. Так, и даже цветочков нету. Растущих из-под земли. Угу, поэтому идем дальше. Так, сейчас будет противная комната, в которой будет и много всякой дичи. Тык. Так, отлично, двоих я немножко покоцал. Так, ух ты ж, ё-моё. Так, может быть, не вот этих двоих? Все, отлично, теперь остались только мелкие. Так. И все, что ли? Вот, отлично. Тьфу-тьфу-тьфу, с таким бы, короче, средоточением следующее пройти этажи. Так, сердечки. Почему нельзя их накапливать? Почему я не могу про запас взять 21 сердечко? В общем, очень жаль. Идем дальше. Так, что здесь? Да, здесь что-то здесь новенькое. Вообще-то видели это мы уже много раз. Так. Все, что ли? Отлично. Здесь можно деньги получить, но я не буду их выкапывать. Я просто пойду дальше. Здесь у нас что? А, здесь, по-моему, просто эти летающие зверушки. Раз, два, три, четыре. И пять. Ух ты, она чуть-чуть бы меня атаковала. Шесть. И 7 и 8. Еще одна где-то. Или нет. Или они так пищат, когда я их по полу размазываю. Так, окей. Хорошо, идем. О, эта комната, где есть сердечко. Отлично. Давайте для коллекции его тоже выкопаем. Так, и мы идем дальше. Так, что здесь у нас? О, здесь у нас эти
шлемозаврики. Так, раз, два, три. Где четвертый? Четвертого что-то не вижу. Не видно четвертого, и все тут. Так, ну ладно, тогда давайте я к самому дальнему попробую поскакать. Ух, ё-моё, нет, зачем в кучу все? Так, окей. Давай ты, иди сюда. Угу. Как радостно он побежал-то на меня. Так. Все, вот эти вроде немножко врозь пошли. Давай, иди сюда, иди сюда. Да, давай, оп-оп, ага. Все, и остался последний. Все. Так, тоже удалось без урона пройти эту комнату. Так, вот здесь еще одна противная комната. Так. Угу. Так. Так. Вы чё? Блин, всё-таки полсердечка я получил урона. Глупые полсердечки урона. Глупее не бывает. Так, ладно, ладно, ладно. Все ясно, понятно. Так, угу. Здесь я тоже могу получить полсердечка глупого урона. Это я могу. Если мне кто-нибудь на голову приземлится, то я его получу. Так, ну, обошлось. Так, хорошо. Следующая комната. Эй, да? Чё там? Оу, это моя самая любимая комната во всей игре. Так. Так. Ух, неужели я смог пройти без урона? Чё-то я разошёлся. Сосредоточился. Главное сейчас этот настрой не потерять. Так, здесь у нас три икона. И больше ничего. Так. Давай, давай. Угу. Отлично. Так, давай ты, иди сюда. Сюда иди. Сюда подошел. Угу. Так, ага. Ты тоже. Иди сюда. Сюда иди. Все. Чудесно, чудесно. Можно здесь что-нибудь отрыть. И мы идем дальше. Так, я не помню, что здесь. А, здесь, по-моему, это будет варенье падать. Варенье, варенье. Так. В смысле, почему я не могу прицелиться? Так. Ух ты ж, какое большое это. Варенина. Анна Варенина, да. Так. Варенье кусок, так. Ага. Чё, всё что ли? Совсем всё что ли? Окей. Нет, музыка же еще есть. А, вот. Варененок. Так. Пустите меня дальше. Пустите, ну пожалуйста. Все. Идем дальше. Так, здесь у нас что? Что у нас здесь? Так, здесь, по-моему, это будет здесь у нас эти тушканчики.
еще есть тушканчики? Нету. Идем дальше. Так, здесь. О, здесь это комната, где можно глупый урон получить, совершенно глупейший, просто, ну, глупее некуда. И, короче, я могу, умею, практикую, конечно. Так, пока не буду загадывать. Так, вот он с таким вот этим рём начинает это лететь, то вот можно получить урон. Так. Окей. Что у нас дальше? У нас здесь вот не расчищено. Так, попрыгунчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Чуть-чуть бы и глупый урон был бы. Так. Нет. Так. А, отлично. Ага. Здесь, что у нас здесь? А, здесь, по-моему, как раз таки из-под земли будет вылазить всякая гадость. Так. Все. Это они так свистят, что ли, или... Или я так это... По полу. Так, здесь у нас что? О, а здесь у нас двое этих, орущих в ночи. И скоробейчики там у нас еще есть. Ну, это комната простая. Никакой сложности она особо не представляет. Сейчас только этих вот надо немножко размотать и на второго. Все, готов. Сейчас коробейчики тоже рассосутся. Оп. Так, выход здесь. Так, и что у нас там дальше по плану? А, у нас комната, где можно еще одно сердечко достать. Что-то я, по-моему, вообще хорошо иду. Ну, ничего, сейчас будет жесть, короче. 20 комнат жестоких. А, ну, как бы я уже не который раз пытаюсь их проходить. На записи, возможно, это будет первый раз. И, короче, сейчас вы увидите, какая жесть будет. Большая, страшная жесть. И, короче, здесь нам надо будет теперь, по сути, сердца экономить. Как можно сильнее. По сути, вот, ну, одно сердце на комнату максимум. Так, давай. Так, давай, замахивайся. Отлично. Так. Вот эти вот растения, они противнее некуда. На них можно. Блин, автоприцел. Зараза. Ты во что целишься-то вообще? Ага. Так, хорошо. Не хотим по-хорошему, будем по-плохому. Будем, короче, сначала все растения вырежем. Так. Ну и не все, ну или не все, ну или хотя бы часть. Так. 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 Так, ладно. Ух, в общем, эта комната была не очень методично очищена, но я, короче, умудрился сделать без урона. Нет, она еще не очищена. Здесь еще один. Что, все? Все? Все. Так, господи, где дверь-то? Вот она. Так. Что здесь у нас будет? Что здесь еще противного будет? А, здесь у нас эти шлемозавры, но на самом деле еще будут тушканчики. Здесь у нас три шлемозавра. Вот два там пасутся и еще один. Где у нас еще один? Где один? Блин, он где-то под нами, что ли? Не видно его совсем. А, вон он выползает. По центру комнаты где-то. Так, и сейчас как-то надо прыгнуть, чтобы одного шлемозаврика...
Так, пусть он в угол отползет. Вот он ползет в угол. Сейчас он отползет в угол и я его. Так, все. Так. Так. Давай, иди сюда. Так. И заодно вот эти вот еще. Так, где еще один шлемозавр? Вон он там пасется. Пасется где-то там. Угу. Блин. А, свой, как бы, мертвый сородич панцирем своим защитил. Но как бы это не сильно помогло. Так, что, еще один? Так. Еще, еще, все, все. Отлично. Без урона получилось. А если как бы не знать, что там вот, короче, такое происходит. А вот эта вот комната, в которой я много урона получу. Вот прям вот реально много урона получу. Здесь прямо пипец полный. Че, погнали как-нибудь. Не знаю, как получится, и давай. Так. Так, это я пока хорошо, от этих вот говнюков надо. Так, один успокоился. Так, сейчас ведь он встанет и опять на меня побежит. Так, а сейчас он ведь еще встанет. Кто-то живущий. Видите, какой живущий? Сейчас он опять встанет, на меня побежит. Че, еще раз? Да когда ж ты успокоишься-то? Он издевается. Тебя чем накачали ты? Опять встает, как ни в чем не бывало. Че, все? О, отлично. Так, и сейчас вот осталось разобраться вот с этими вот чудиками, на которых тоже можно много урона получить. Их надо, короче, очень-очень аккуратно. И, короче, у меня примерно такая тактика. Давайте одного разбудим. Пусть он, короче, на нас идет. И иди. Давай, иди. Все, и он обратно уходит, потому что он хочет обратно свое место встать. И вот тут мы его сзади. Так. И самое главное, вовремя отпрыгнуть после трех ударов. Чтобы он в своем бешеном состоянии нам не накостырял. Так, давай. Угу. Так, все, иди назад. Все, хороший стуканчик. Оп, убегаем. О, хорошо. Это мы очень хорошо идем. Здесь у меня уже было 15 сердец обычно. Так. Все, иди назад. Так, и убегаем. Все. Последний. Иди сюда. Разворачивайся. Повернись к лесу передом ко мне. Да. Кнопочкой своей. Все. Отлично. Ох, это просто замечательный прогресс. У нас все еще сердца. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, а вот эта комната, где я кучу всего растеряю. Потому что здесь очень много этих орущих в ночи. Прямо это ужас, сколько их здесь. И очень много этих растений противных. Так, и как здесь прямо это, прям вот отпрыгивать-то от них. Так. Так, ну хотя бы немножко расчистило двоих. Ух. Так.
Так, от троих расчистил, так вот. Вот эти вот, вот эту пакость надо убрать. Так, где там еще орущий? Ну, где-то вон там вот. Так, давайте я вот этих вот поубираю пока что, сорнячков повыкашиваю. Угу. Отлично. Так, ух, замечательно. Я как-то умудрился здесь особо урон не получить. Ох, ништяк. Так, а тут следующая комната, в которой можно вообще очень много урона получить. И, короче, сейчас я здесь буду очень-очень аккуратно. Очень-очень аккуратно здесь надо. Хотя, может, очень аккуратно. Посмотрим, короче. Так. Так, вот летучек надо убивать. Летучек надо убивать. Так, ты. Так. Короче, сейчас аккуратно будем оттяпывать себе территорию. Угу. Так, пока хорошо идем. Так, ты. Так, хорошо, теперь ты. Угу. Так, вот тебя сейчас. Угу. Летучки. Так, отлично. Так, тоже отлично. Ух, как хорошо-то я иду. Вот, фу-фу-фу. Самое главное, чтобы тьфу-тьфу-тьфу. Так, блин, получил полсердца урона. Ну ничего. Здесь можно гораздо больше получить урона. Так. Еще полсердца урона. Так, здесь что-то летало. Здесь что-то летало. Вот оно летает. Так. Так, неужели все или что-то еще тут остался? Вот ведь остался еще. Вот они, голубчики. Так. Угу. Все, отлично. Так, не случайно сердца нету? Нет, здесь деньги, которые никому не нужны. Так, ну все равно хорошо идем, замечательно просто здесь. Здесь он лучник или что? А, тут просто гоблины, по-моему. А, с этими. Ну вы поняли с кем. Еще с летающими этими. Ну здесь просто, короче. Зажимаем прицел и прыгаем. Так. Ага. Так. Так. Ух, ну хорошо, что не получил урона. Я, по-моему, где-то какую-то комнату, по-моему, с сердечком пропустил. Ну ладно. Ой. Так, вот здесь вот у нас орущие в ночи и два этих снайпера. Сейчас надо очень, короче, срочно прямо на одного снайпера бежать. Давай, оп, давай. От второго уклоняться. Ай. Так. Так. Снайпер-то куда-то лез. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас он ударит. Ага. Ах, ну это хорошо. Я только полсердца здесь потерял.
Так, ну, с остальными орущими ночи сейчас проще разобраться. Ой-ой-ой-ой, сейчас он ударит. Так. Все, развалился, и еще один развалился. Все, и Дегер должен быть сердечко. Сердечко. О, хорошо, идем. Так. Так, вот это, да, противную комнату. Надо сначала летучих всех уничтожить, но здесь волки будут еще. Так. Волки это, конечно, хорошо, но с летучки самые противные. Окей. А! Я получил урон или нет? По-моему, я красным замигал, но почему-то урон я не вижу, чтобы... А, я целое сердце получил урона уже. Так. Все, отлично. Ну ничего, я думаю, здесь я мог бы больше урона получить. Все равно пока хорошо. Так, зачем я здесь копаю одну монетку, не знаю. Ну, ладно, пусть будет. Так, мы все еще замечательно идем. Совершенно замечательно. Так, о, здесь, по-моему, будет варенье и эти тушканчики. Тушканчиковое варенье, короче. Главное здесь тупого урона не получить. Надо постоянно прицеливаться и прыгать. Так. А то, видите, я могу урон-то получить. Никому не нужный. Так. Чё, неужели все? Неужели все? Так. Пока замечательно идем. Хо-хо-хо-хо. Я, если честно, уже не помню, какая это комната. Ну, по-моему, еще до 30 мы не дошли, или дошли. О, вот это вот. Это... Короче, здесь надо летающих этих чуваков уничтожить, и там еще шагающий с копьем. Сейчас он шагающий с копьем уйдет куда-нибудь за угол. Я, короче, чтобы с ним пока особо не встречаться, куда-нибудь в другое место уйду. Так, пусть он туда за угол уйдет. Все, а я тогда пока вот сюда. Так, и мне нужны летающие. Ага. Так, вот этот тоже противный. Которые, короче, скользят по льду. Их лучше просто отталкивать пока что. Чтобы они сильно не мешали. И сейчас главное это смотреть, чтобы этот с копьем не подошел сейчас. То есть он противный. Так, короче, это комната, в которой я долго задержусь, потому что здесь обычно много урона получаю, и, короче, надо как-то попытаться его здесь как можно меньше получить. Так. Так. Так, где с копьем чувак? Где чувак с копьем? Где летающий? А, вот с копьем я вижу. Он ушел. Так. Так. Эй. Притаился за ледышкой. Идет. Так. Так, ага. Потихоньку прячемся от чувака с копьем. Нужно побольше расчистить, как бы, к нему подход и потом только его атаковать. А то иначе там можно натыкаться на вот эти замораживающие штуки. На любые. И, короче, много урона получить в итоге. Так. Этот вот полез ко мне, товарищ, пошел вон. Так, чувак с копьем, где он? Что-то я его не вижу уже.
Вот он. Ух. Все отлично. Это прямо идеальное прохождение этой комнаты. Получилось. Обычно я здесь урон всегда получал. И много. Так. 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 Вы теперь. Шел вон. Так, кто здесь еще? Так, ты. Угу. Так, иди, давай, подходи сюда. Так. Так. А, замечательно. Так, ну хорошо, мы никуда не торопимся. Сейчас главное дальше не запороть. Так, что здесь? Что здесь-то? Я не вижу ничего. Так, неужели здесь? Так, господи, что здесь будет-то? Я не помню. А, вспомнил. Там же вон эти у стенок стоят четверо. А, чуваков. И, короче, за ними двери, за которыми всякая живность живет. И когда и иногда получается подходить к ним так, чтобы только не активировать, если дверь не открылась, иногда они с дверью вместе. Вот, и вроде бы здесь они не разворачиваются на место, не идут, поэтому здесь надо, короче, особенно изощренно вокруг них прыгать, чтобы урон не получить. Так. 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 Отлично. Один прям так замечательно. О, и, короче, открылась дверь. И здесь, короче, эти. Ну, вы поняли, да? Зачем мне стрелы от них, я не знаю. Так, давайте второго теперь. Иди сюда, мой милый хороший. Ой, и сразу открылась дверь. Слишком близко подошел. Там, короче, крысы живут. Крыс, конечно, немного, но все равно они противные. Так. Чуть бы и урон получил, потому что я не смог правильно зажать прицел. Так, вон там еще крыса. Иди сюда. Так, так. Отлично. А, хорошо. Следующая статуя. Так. Ой, открылось, открылось. Здесь опять паучки. По-моему, здесь даже больше будет. Нет, вроде столько же. Так. Так, отлично, даже урон не получил. Ай, последний, последний надо также без урона. Так, кстати, здесь мучает раскопать. А, там можно, здесь, по-моему, только деньги лежат. Ничего интересного. Глобально такого. Ой, опять крысы. Здесь будет много крыс. Так, все. А вот еще одна крыса. Так, иди сюда. Ух, чуть-чуть бы он меня заехал куда-нибудь. Так, это тоже хорошо пройденная комната. Здесь только остались летучие мыши здесь и летучие мыши вон там. Все. Пока дверь открывается, можно раскопать здесь немножко денег, которые нам не нужны. Нам бы сердечко. Так, хорошо. Единственное, что, так, я не помню, говорил нет, я как бы максимум до 37 комнаты из 40 доходил. И поэтому я точно не знаю, что там нас в конце ждет. А, так, и сейчас мы после уже где-то... Мы сейчас где-то в районе 35-й, что ли, комнаты. Так. Сейчас здесь, короче, надо правильно выбрать тактику. Так. Ух, попал он по мне.
Так, ну ничего, там главное, что я всех остальных уничтожил ценой одного сердечка. Ой, нет, я не сюда хотел. Так, давай. Так, иди сюда. Так, вот зараза, защищается. О, отлично, удалось. Так, и вот еще несколько таких вот попаданий. Как бы рано или поздно его защита пробьется. Так. Так. Иди сюда. Так. Ох, да что ты. Какой противный-то. Никак не хочет умирать. Ты издеваешься. О, наконец-то. Все. Один удар ему оставался. Он, конечно, замучил меня так. А здесь у нас есть сердце. Сердце! Мое сердце остановилось. Так, что здесь у нас? О, здесь еще у нас замороженный мир. И, короче, здесь очень много копьеносцев. Очень много летающих штук. И как точно проходить этот этаж, я не знаю. Я, короче, просто бежал и как больше пытался копьеносцев снести. Давайте просто я так же и сделаю. Так, вот я уже отхапал. Непонятно от кого. Так. Ай! Зачем туда попёрся? Так. Так, один копьеносец готов. Так. Так, ух. Вот здесь, короче, я много сейчас потратил здоровья. Много. Давайте еще раз скажу, что я много потратил здесь здоровья. Так. Так, все, осторожно. Дальше мы. Аккуратно, по одному желательно. Подходите по одному. Так, ну ладно. Как бы на одной комнате много здоровья слить нормально. Это если на многих комнатах много здоровья сливать, это плохо. Ну, сейчас еще пока неплохо идем. Так, что здесь? А, варенье и куча этого народа. Так. И, по-моему, здесь надо мне вот так вот сделать. А, здесь еще... Давай. Так, все, сейчас будешь за мной бегать. Есть еще варенье, к которому пока не надо подходить, потому что оно там уже все спеклось. Так, и надо сейчас вот с этим разобраться. Подача от варенья. Так. Давай. Так. По-моему, сейчас как раз у нас что-то в районе 35-й комнаты должно быть. А, отлично, все. И теперь просто идем к варенью и, зажимая прицел, прыгаем по нему. Так. Короче, давим варенье. Желе. Ух. Так, здесь, по-моему, нет, ничего мы не выкопаем. 14,5 сердец. Ух. На последние там что-то в районе 5 комнат. Так, здесь у нас что? Летучие мыши. А, там еще эти два шлемозавра, но больших. Да. Вот этот как раз ко мне сейчас задом повернулся. И надо его.
Так. Так, отлично, один готов. Ну, но здесь их два. Вот второй сейчас побежит на меня. Иди сюда, иди сюда. Ага. Так. Так. Угу. Так, где ты? Так, все, готов. Ух. Так. Крыша отсюда. Так. Крыша отсюда. Так, ты. Так. Че, все что ли? Мало что выкопать. Выкопать нечего. А, где же комната с сердечками? Сердечками. Так, это что за комната? А, здесь, короче, эти темные гоблины. И вон там вот наверху, правда, не видно нифига. Там, где поднимается, спускается штука, там два этих сидят. Лучника. Короче, сейчас надо в упор к ним подойти, чтобы они в нас не могли попасть. Вот. И, короче, где-то вот здесь вот мочить вот всех вот этих остальных. Так. Так. И теперь аккуратно поднимаемся и мочим лучников. Лучники. Так. Так, отлично. И второй лучник. Все, отлично. Так, здесь есть что раскопать? Что, нету, что ли? Да вы издеваетесь. Где мои сердечки? Так, а вот это 37-я комната, на которой я умер. Я думаю, сейчас я гораздо более идеальном состоянии сюда подошел. Здесь, короче, шапки Занта. Да, несколько штук их. Короче, они пуляются шарами. Не видно здесь, что происходит еще. Так. Ах, попали. Несколько раз уже. Два раза попали, как минимум. Так. Так, хорошо. Так, еще. Есть кто? А вот ты. Так, один готов. Так, сейчас ты будешь стрелять. Ага. Так, кто еще будет? Вот. Ай, прямо на шар. Окей. Че, неужели все? Господи. Ужас-то какой. Так. Дальше я не знаю, что будет. Абсолютно не знаю. Ох. Прям интересно. Так, это комната, в которой я умру. Чё, погнали. Так. Полсердца. Еще одно сердечко выкопаем. Так, это 38-я комната. Ух-ух-ух. Так. И у меня еще. Ага, 39-я комната. Так, здесь на потолке никто не живет, нет? Есть только эти. Так, хорошо, сейчас посмотрим, что здесь. Ага, цветочки. Это только цветочки. Где же ягодки? Так. Ух. Так, а может быть это уже 40-я комната, кстати? А, блин. Все верно, 39-я, это где сейчас будет очень много врагов.
А в 40-й как раз ничего не будет. 40-й это конец всего этого безобразия будет находиться. Так. Ух, шапки Занта. По-моему, я сейчас уже точно должен пройти. Я просто здесь в замечательном состоянии пришел. Здесь вроде пока ничего такого люто сложного. Вот шапки Занта только, которые плюются непонятно чем. Так. Ой. Так. Где? Где? Вот ты где. Так. Ай. Так, шапочка. Где? Так, ай. Так, так. Сейчас главное не затупить, не затупить. Где ты? Так. Че, неужели? Неужели? Ох. Угу. Так, и сейчас, по-моему, здесь нужно что-то типа... Что-то где-то типа зажечь. Так, кто там? Там кто-то прячется. Там явно кто-то прячется. Так, ладно, что дальше-то? Мне скажите, что дальше делать. Я сделаю. О, кнопочка. О, чуваки. Давно не виделись. Так. Так, господи, я уже не могу понять, что здесь на экране происходит. Ты умрешь, нет? Нет, не хочешь умирать. Так. Окей. Это я одну там какую-то кнопку нажал, активировал что-то. Я тут эту кнопку нажимал, да? Отлично. Здесь еще кнопки должны быть. Интересно, а сердца здесь есть где-нибудь? Так, ладно. Здесь у вас что? Так, от остальных вроде избавился. Давай. Да чтоб тебя. Так. Там, кстати, еще один этот бронтозавр ходит. Сейчас надо аккуратно на нем тоже здоровье не потратить. На том бронтозавре. Да чтоб тебе, давай. Все, готов. Так, ты. Ух, ё-моё. Уф-ху-ху-ху-ху. Так, 5 сердец. Еще 2 комнатки. Так, интересно, здесь сердечко есть где-нибудь? Я хочу сердечко. Здесь же можно где-то сердечко выкопать, нет? Нет, сердечко нет. Не видно нигде. Так. Мой здесь чего есть? Нет, ничего нету. Так, давайте. С этими я справился. Идите сюда, мелкие.
Но эти пауки хотя бы не такие резкие, как некоторые другие. Так, давай. Так. Так, отлично. Так, вот тебе не надо. И иди сюда, иди сюда, иди сюда. Угу. Так, все, отлично. Это без урона волна. И осталась последняя волна. Волна последняя. Ух. Кто же там живет-то? О, господи, опять эти олухи. Так, давай. Один. Одного, чтобы это остальные за мной не бежали. Ух, ё-моё. Вас что, двое здесь? Да вы издеваетесь. Так, вот эти вот сложные противники, потому что их двое, блин. Так, и вот они уже одно сердце мне оттяпали. Сейчас погоняем. Вот, отлично, один готов. Все. Так. Так. Отлично, все, получилось, все уничтожены. И что же будет? Пусть мне дальше, отлично, 40-я комната. Мы наконец-то прошли эту комнату испытаний. Что же здесь находится? Здесь у нас находится фея, с которой может поговорить. Твоя сила испытана, ты признан достойным воином. В награду за твою храбрость прими от меня благословение. Мы получаем громадный кошелек, в котором помещается 9999 рупий. Я, конечно, не знаю, зачем мне столько денег, но как бы моя главная цель была просто пройти эту пещеру испытаний, пещеру теней. Там наверху многие с молитвами ожидают того, кто обладает такими качествами, как у тебя. Тебе пора возвращаться. В общем, вот, отлично. Ух, так, и по-моему здесь что-то должно быть. Так, ладно, я не знаю, что здесь. А, вот здесь вот, короче, статуя. Короче, вот так вот эта самая амиба, кстати, выглядит, вроде бы. Вот, 200 рупий, не откажусь. Вот. Вот такая вот эта интересная штука. Ага, здесь можно прямо вот так вот это посмотреть. Так. Так, а ты что хочешь сказать? Ага, я могу вот так вот прыгнуть. Так, в смысле? Так. Вот. И, по-моему, где-то что-то я могу еще раскопать вот здесь вот. О, монетка. Отлично. Вот, много денег, короче, пещера теней пройдена, это очень круто. Так, давай, куда ты меня выкинешь? Куда ты ведь меня выкинешь? Сейчас, наверное, будет подводиться типа итог. Угу, пещера теней. Время за 52 минуты. Получен урон 19,5. Так, давайте не будем ничего. Да, я хочу вернуться на поверхность. Ну
Ну и все, как бы, наверное, на этом я серию закончу. В общем, она большая получилась. Если серия вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы как бы будем проходить завершающий подземелье, завершающее подземелье данной игры, потому что все остальное мы собрали, это замок Хирула. И, значит, не пропустите. До следующей серии. Всем пока.